Как обстановка вот здесь, на этом участке? Насколько серьезная, насколько сложная? Зона находится под ярким обстрелом. И около 100-150 метров от завода. То есть Азовсталь рядом? Да, 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 вот. Остается последняя высотка и все. Южные ворота. И потом будете уже штурмовать? Да, конечно. Как известно, есть данные, остались ли в ВСУ именно военнослужащие украинской армии? Вот это был прилет только что. Все целы, парни? Человека ранен, как вы видите. Все целы, как? Что, ранение? Я один. Зиму взяли нормально. Ранение сейчас легкое. Это мина, скорее всего, была или РПГ? Это танковый снаряд. А, это танк выстрелил, да. Понятно. Но у вас потерь нет, все хорошо. Нет. Вообще, лично в составе, без царапин. Чеченская республика, как всегда, показывает очень высокий уровень класса. Да. Когда будете Азовсталь брать? В ближайшее время, кратчайшее. Есть ли какое-то обращение к националистам Азова? Что вы, быть может, хотите им передать? Да, конечно. Нам до этого дня говорили, что приезжайте, что... В прицеле лучше видно кавказцев и бородатых, все будем и то другое с нами вытворять. Сейчас мы приехали, мы никого не видим. Как не люди они выступали, как крысы сейчас бегут. Лично нам сопротивление с ними не доводилось встречаться. Вот так.